Зараз потрібно буде поговорити про стиль, тому що осінь, зима – це не час, щоб просто закутуватися в теплі ковдри або в якісь куртки, шапки і забувати про те, щоб бути красивими. Сьогодні ми з цим питанням будемо розбиратися. А допоможе нам в цьому розібратися наша ранкова гостя Ольга Нікітюк, стилістка, художниця по костюмах. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми тут вже дізналися, що ви працювали на такому дуже крутому і славно звісному українському фільмі, це як Захар Беркут. Розкажіть, будь ласка, які відчуття, які ви досвід дістали звідти? Ну, это был мой первый проект, на который я пришла. Я пришла туда в роли костюмера, в прекрасную команду. Мне очень сильно повезло. Художником по костюмам была Тоня Белинская, ассистентом ее была Саша Климович. Прекрасные люди, очень много опыта, потому что это исторический фильм, это исторические костюмы, и исторические костюмы – это всегда немного сложнее, чем современные, но в то же время всегда интересно. Мы фактурили, переделывали одежду, делали ее новую, из новой переделывали в более состарившуюся, потому что если мы снимаем там 13-е столетие, то, конечно же, все костюмы не чистенькие, беленькие, они принадлежат людям, которые… Не так часто покупают одежду и не такие возможности имеют, как мы сегодня. Вы сказали про осень, и то, что осенью можно якобы забывать про то, чтобы стильно одеваться. Мне кажется, что как раз осенью и зимой у нас появляется огромная возможность для того, чтобы миксовать одежду, потому что у нас появляется многослойность. Да? Мы можем несколько слоев на себя одевать одежды, и нам комфортно в нескольких слоях. Летом, конечно же. Да, летом же, конечно, у нас немножко по-другому, нам хочется одеваться полегче, меньше одежды на себя одевать, поэтому... Просто, мабуть, осень і зима – це період трішки лінії. Ну, я по собі, наприклад, помічаю, що ти не можеш кожного дня, от ви зараз дуже класний, маєте образ, дуже стильний, а я, знаєте, там, коли так, ну, на ефірі, лише красиво, після ефіру джинси, свитер, і все, побігла. Ось, а десь хочеться навчитися завжди зберігати ось цю гармонію. От як себе до цього привчити? Ой, ну это определенный навык, его прям нужно для себя вырабатывать. А для этого необходимо разбираться с гардеробом со своим прежде всего, выкидывать лишнее оттуда. А шкода? Ну, конечно. У всех свои отношения с одеждой. Кому-то жалко, кто-то пытается похудеть, кто-то пытается поправиться, кто-то пытается заняться вдруг лыжным спортом, и лыжный костюм у него лежит уже 10 лет. А нам нужно отталкиваться от того, какие мы есть сегодня. И уже глядя на то, какие мы есть сегодня, такой гардероб у нас должен быть... в нашем шкафу. То есть лишние вещи мы выбрасываем, а те вещи, из которых мы выросли. Мы не всегда замечаем, что из некоторых вещей мы уже выросли. Допустим, висит у нас какая-то блузочка примерной девочки, которая там в 20 лет строила карьеру и добивалась чего-то, а это уже другая женщина. Она уже свободно себя, расслабленно чувствует, она хочет быть... Левицей. Может, левицей, да. А тут, оп, и у нее кофточка это висит. Она, может, ей о чем-то напоминает, конечно же, ее прекрасных событиях, но с этими событиями их нужно оставлять в себе, как свой какой-то некоторый опыт, но в то же время с этой одеждой лучше прощаться и отправлять ее. Отправлять, может быть, другим людям. Есть у нас сервисы, которые, ну, если жаль выбрасывать, и вы там... следите за экологией, да, не хотите, чтобы на земле увеличивался мусор, вы можете отправлять... У нас есть благотворительные магазины, есть приложение, которое забирает одежду и уже дальше поступает с ней по своему усмотрению. Поэтому не бойтесь расставаться с одеждой, следите за тем, какие вы сегодня, и будьте такими, как вы есть сегодня, не представляя из себя что-то из прошлого. Ух ти, це дуже корисна порада, ну не знаю, чи тобі це відгукується, так, мені зараз... Так сказати, що сьогодні не просто стиль, а сьогодні психологія. Так, психологія стилю. Не нравится, не носилось так. Ну, у меня часто, ну, у меня, в принципе, и принцип работы мой, когда я работаю там с частными клиентами, для меня важно понимать, какой человек на сегодняшний день. И мне очень часто говорят, что я замешиваю стиль с психологией. Ну, это, наверное, интересно, да, отслеживать, какой ты внутри. Иногда люди приходят ко мне и говорят, знаешь, вот я сегодня вот такой вот, но я хочу быть вот тем вот человеком. Я не понимаю, как мне прийти к тому человеку.
Ну и моя задача уже помочь человеку прийти к той роли, которую он хочет занимать в жизни, да, там какой-то его следующий шаг. Ух ти! Це дуже круто. Це ми поговорили саме про одяг осінній і зимовий одяг. Для чоловіків, ми ж все одно ж, там що ж, штани, ковтинку накинув, курточку, дай добрий вечір, побіг. Це касається як жінок, так і мужчин. Навык одеваться, менять одежду, наслаивать ее, этот навык, он может быть характерен как для мужчин, так и для женщин. Мужчины тоже могут интересно одеваться. Можно одевать какие-то кардиганы, жакеты, как-то невзначай набросить какой-то кардиганчик на шею. Допустим, вот вы, вы идете по улице зимой, да, вы можете одеть пальто, а сверху накинуть кардиган или свитер. Сейчас очень модно. Шокирует? Поки що так. Я уявив собі цю ситуацію, що трішки переплутав, куди одягнути треба було кардиган. Он служит таким шарфом легким, который накидывается. И в то же время вы, когда приходите в помещение, и вдруг вам там прохладно, вы его снимаете, одеваете на себя. А після нього, знаєш, він по вулиці прогулявся, така зимова прохолода, накинув, вже інше відчуття. Да. Порошок із зимової свіжістю. Так. А якщо говорити про чоловіків і про жінок, саме про тренди цієї осені, колір, можливо, тканина. Що порадите? Дочіше вже, мабуть, краще про зиму. Осінь закінчується сьогодні. Я подобрала картинки, да, на которых мы можем посмотреть тенденции. Но я всегда придерживаюсь того, и в общем-то мода сейчас придерживается того, что главное не то, каким тенденциям ты следуешь, а главное то, каким ты человеком являешься. И вот именно свою личность, вот ее нужно проявлять наружу, о ней нужно рассказывать. А как вы будете это рассказывать при помощи одежды, это уже ваш выбор. На сегодняшний день мы живем в прекрасное время, когда мы можем одевать, миксовать какую угодно одежду. Мы можем одевать винтажную одежду и выглядеть актуально. Мы можем одевать одежду ультрамодную. Мы можем покупать вещи в Заре и выглядеть дорого, да? И в то же время одеваться в бренды, но не уметь миксовать эту одежду и выглядеть, может быть, не так эффектно, как человек, который может миксовать одежду. Поэтому я стараюсь и своим клиентам рекомендовать не придерживаться стиля, а мы всегда стараемся доставать вот этого человека изнутри и разобраться, какой же ты внутри. И тогда в мир уже рассказывать о том, какой ты человек. Круто. От ви казали, що у вас є приклади, сьогодні день спідниці. Давайте подивимося, прокоментуємо, що сьогодні є в трендах. Давайте поки що подивимося на екрани, будь ласка. Мы будем смотреть, и я предлагаю одновременно рассматривать тренды и заодно смотреть, какое настроение у нас возникает, когда мы смотрим на эту картиночку. Mm-hmm. Так, далековато немножко, но постараемся. Значит, у нас это юбка ГД. ГД? Ее можно перепутать с юбочкой, которая называется... нет, это у нас юбочка с оборочкой. Вот так. А мы взагалі не знаем, мы скажем, ага. Да. Я думаю, что 100% все так, все вы правильно сказали. Олег шарит. Мій повсякденний одяг. Что сейчас очень интересно в моде? В моде интересно смешивать несколько стилей одновременно. Вот если мы посмотрим на эту девушку, у нее получается на ней худи, да, такой интересной, необычной фактуры, и юбка. Юбка, которая является, в общем-то, классической, да, ее можно одеть как в театр, так на какую-то презентацию, на коктейль, но она ее смешивает с худи, и появляется такой образ спортшик, и в этом есть некоторая интересность. Когда мы смотрим на человека, мы думаем, ого, что ты за человек, да? Что ты хочешь рассказать своей одеждой? Почему ты такой необычный? И нам хочется вот такие вот образы, в которых есть необычные смешения стилей, изучать как можно глубже. Поэтому прикольно смешивать. Я можу сказати про цей образ, да. Що одне, це бандерівка. Да? Ну да, чорне та і червоне. Розове. Це розове? Там розове. Я просто трішки не добачив. Чуть-чуть не добачив. Можна сказати, що тепер я дальтонік.
Ну, говорят о том, что мужчины меньше различают цветов, чем женщины. Но червоний. Червоний – це любов, а чорний – це журба. Переходимо далі. Да. Наступна зараз буде картинка на екрані. Так. Що ж це за картинка? Так, це у нас буде ось така суконька. Та, ось, да, коротенька. Это, ага. Значит, смотрите, есть еще два вида, да? Есть юбки плиссе и есть юбки гофре. Чем отличаются юбки плиссе от юбки гофре? Юбочка плиссе, у нас складки накладываются друг на друга. А у юбочки гофре, они в основном углом. Расположены. Вот это у нас юбочка гофре. И также в этом сезоне много и плиссе, и гофре, и они смешиваются текстуры друг с другом. И, допустим, нижняя юбка может быть выполнена в стиле там плиссе, а верхняя часть юбки в стиле гофре. Поэтому очень, ну, легко смешивается. При этом это юбочка кожаная. Конечно же, кожа у нас всегда ассоциируется с сексуальностью. И всегда к этому отсылает. И очень интересно, что здесь получается юбка гофре, да, кожаная, и смешана со спортивным стилем. В общем-то, такое сейчас модно смешивать вещи спортивного направления с какими-то более классическими вещами. Вот. Ангеліна, скажи, ти як одягнула цю юбочку гофре, тебе був такий самий вираз обличчя, як твоєї дівчини, чи все ж таки ти посміхалася? Я тобі скажу, що я, мабуть, так би не вдягнулася, але трішки не моя історія. Бо або доповнити невеличку деталю спортивного, проте коли це так от спідничкою такий, ну прям спортивно-спортивний верх, ну мені якось наче грубувати. Ще й мій зріст, так я взагалі буду як карлік бігати. А які ви любите юбки одягати? Що в вашому стилі? Ви знаєте, я навіть не знаю, що в моєму стилі, але я люблю і до середини, знаєте, люблю, щоб красиво, щоб до середини колінця і десь, може, по фігурці там коротенька спідничка, бо поки молодість є, треба походити і в такій. Немає якоїсь такої прям конкретної. Ну, про міні-спідничку вже в 40, треба буде просто подумати, чи доречно вдягнути, чи ні. А зараз? Я вважаю, не потрібно себе останавливати. Да? От якщо хочеться, то не стоїть. Тому що, мені кажется, що на сьогоднішній день рамки... Олесь зірвався. Да? Це дуже смішно. Поки ще молода. Людина, якій 22 роки, я кажу, я поки ще молода. Ну так. Поки ще. На сегодняшний день рамки такие возрастные, они немного стираются, потому что сейчас одежду, ну, в целом, конечно же, мы можем отличить подростковую одежду от одежды там женщины, которая уже там 40 лет, но в то же время и подросток может одевать тоже эту одежду. Поэтому, наверное, вот я вернусь, да, к своему там главному тезису, что важно опираться на то, какой ты человек внутри. И если хочется одевать юбку, то, я думаю, не нужно себе в этом отказывать, сколько бы лет не было. Давайте глянемо, чи не відмовить собі Ангеліна в наступному композиції. Наступний образ. Это опять, да, это у нас снова юбочка. Так, это у нас гофре, да, гофре. И тоже интересное сочетание, да, мы видим какую-то такую легкую, элегантную, немножко гламурную, блестящую юбку, которая соединена с такой рубашкой в клетку, от которой ощущение такое френдли. Плюс она еще смешана, внизу мы видим джинсовую куртку и худи. Это вот эта многослойность, которой можно научиться, и с которой можно экспериментировать. Но можно вместо юбочки... Кстати, такой образ вполне может подойти на мужчину. Окей, юбку поменять, но подождите, Олег. Але подумай, чи її варто все-таки міняти, чи все ж таки краще одягнути її. Сейчас на подіумах появляється все більше юбок на мужчинах. Я радий, що це тільки на подіумах. Чому? Ну, не ограничивайте себе, дайте волю своїй фантазії.
От, Олесь, завтра приходиш в спортивницю. Я завтра прийду в спортивному, тому що я не буду ограничувати себе фантазією, якщо ці класичні костюми, якщо можна сісти собі, так знаєш, як вдома, так ноги поставити, о, я буду вести ефір. Ну, вообще-то юбка, когда появилась юбка, да, она появилась очень давно, и, в общем-то, когда она появилась, не было разделения на мужскую и женскую юбку. Это была одежда, которую носили все. Мы, и это не считалось ни мужским, да, потому что... Потом почали прятать через вогонь, я зрозумел, да? Ну, спартанцев возьмем, но они же ходили в юбках, но это же были мужчины, прям мужчины-мужчины. А фараони. Слухай. Я зрозумів тебе. А ось про колір спідниця. Вона така, наче, як срібна. Це зараз в тренді? А, ну да, в этом году очень модны пайетки, эти пайетки везде, да, да, везде добавляют. В следующем году уже будут, акцент все больше смещается на начало 2000-х, и они уже будут в тренде, у нас будут в тренде такие огромные карго, широкие штаны. Да, вот все, что там J-Lo с декольте очень глубоким, низкая посадка брюк, юбки з низькою посадкою. Ой, я думала, ми тільки забули про низьку посадку, вона повертається. А тобі не подобається? Некомфортно. А вам? Я не знаю, що таке юбка з низькою посадкою. Якби я це знаю, я би вам сказав. Це юбка, яка опущена дуже-дуже-дуже низько. Нижче колін чи на поясі? Ну як, вона виглядить як пояс. Виглядає як пояс? Так. Да. Ну це жахливо насправді. Чому? Я думала, понравиться. Ну... Мы, кстати, может, люди-то не знают, но я-то помню, что вам нравятся мини-юбки. Ага, на перерыв кто-то сказал про мини-юбки. Да, да, точно, я ж забылся. Там у нас, кажуть, є сиренька, я бачу, але потім ми розглянемо з того, що у нас є. А давайте ще перейдемо до наступних, щоб ми вже потім перейшли на практику. Так. Нас ще... Можна я скажу свій коментар спочатку? Це виглядає як людина, яка приходить і каже: «Доброго дня, ви вірите?» Да. Ну так. А мені виглядить як чоловік, який з рейв-вечеринки пішов на роботу. Мені не до кінця переоделся. Сучасний блогер, якась успішна леді така, ну, трішечки на розслабленому. Видите, какие у нас бывают вообще разные ассоциации? Все зависит, наверное, от нашей насмотренности, что мы, какие стили нам нравятся, да, там, что мы видим вокруг себя, на какие фильмы мы смотрим, какие телеканалы мы смотрим, какие певцы и селебритис нам нравятся, за которыми мы следим. В целом, очень классический лук, да. Джинсовые юбки, тоже в этом сезоне их было довольно много, и они не выходят из моды. Единственное, тут немножко заниженная талия, немножко необычный у нее крой, и мне кажется, этот образ прям офиса, для офиса сейчас очень подойдет. А вот у меня питання по взуттю. От у неї ж спідничка задовго, за коліна йде. Да. Якщо зараз, наприклад, на зиму, ось, ну, багатьох зараз ботики ось ці високі йдуть, да, то краще як? Підбор горы высокие или низкие, чтобы, ну, голеностоп закрывало? Зависит от того, какой образ вы хотите о себе сложить. Зависит от того, насколько вам комфортно открывать ногу или не открывать ногу зимой. Угу. Все будет зависеть от вас. А визуально оно, ну, буде добре поєднуватися? Я, знаете, я уже питаю про себе, бо у мене є такі дві спідниці, у мене є... Ну, это нужно смотреть уже, да, прямо на человеке. Допустим, ну, если мы говорим о длине юбки, да, то юбка должна заканчиваться всегда на узкой части ноги. На узкий мая заканчиваться? Да. Ага. Она должна закончиться на ней, потому что если закончится на широкой части ноги, то какой бы худенькой ни была девушка, все равно будет ощущение того, что нога у нее очень широкая. Ух ты! Потому что тоже широко, да? Чи це нога широка? Потім будет разбираться, бо я не розумію. Потрібно навчитися правильно робити комплімент потім. Ага, я зрозумів, так. Уроки, можна я? Так, звичайно. Sorry. Наш мозг, он дорисовывает всегда картинку. То есть, если юбка заканчивается на широкой части, наш мозг дорисовывает, что дальше вся ножка идет широкая.
Серйозно? Серйозно? Я просто не думав про те, що наш мозок домальовує якісь... А це, кстати, полезно і мужчинам знати. Ну, допустим, я розумію. Значить, ми будемо знати, що коли ти дивишся на якийсь певний елемент ноги, яка виглядає потім там із-під спідниці, відповідно, що це ж лише мозок домалював. А, ну, є ще момент. Мужчинам для себе полезно об этом знати. Для себе давайте розказуйте. Мені ну, допустимо, у вас длина рукава футболки. Угу. Она будет заканчиваться на узкой части, и тогда ручка может выглядеть меньшей, да? Меньшей. Если на великий? Нет, на узенькой. Если на узенькой части, будет ощущение, что дальше мозг будет дорисовывать картинку. Ты пора не знаешь, как подкрасить свою бицуху, знаешь? Нет, я теперь буду сидеть в офисе ось так. Так, а тепер, знаєте, вже на завершенні нашого інтерв'ю, ми хочемо, поки є час, спробувати все ж таки це середньостатистичний гардероб дівчат з нашого каналу, можна навіть так сказати. А те, що є у нас в гардеробі. Так. Чи можемо ми зараз, Олесь, а ну підай нам яку-небудь спідничку, яка тобі подобається. І ми зараз будь-яка тобі давай я такою закрию очі. Та, яка нравиться. Я собі ось так. Ми можемо стати, щоб нам було зручніше. А я так і знала, що Олесь перед шкіра. Причому я закритими очима, ви це все бачили. Я закритими очима, це все взяв. Розповідайте. Так, з чим її поєднувати, куди її можна носити і чи в тренді? Носити можна куди угодно. Можна одягти в клуб, на вечеринку і змішати з чим-то прозрачним, або ж наоборот, з чим-то закритим. Ой, це гарно. Да, ну, это, видимо, вам більше нравится, да? Ой, це гарно. Так. Это можно одеть в офис, если у вас не строгий дресс-код, и дресс-код позволяет вам одевать кожу. Можно одеть с любой рубашкой, можно одеть с полосатой рубашкой даже, и образ тогда станет более таким, более приглушенным, более спокойным. А ведь такие свитеры, знаете, крупные вязки? Конечно, да? Огромный какой-то свитер, да. Я уже бачу, что Ангелина будет... Завтра приходити в шкірі і в великому светрі. Поки вона про це думає, передамо вам наступну. Так. Ми говорили сьогодні про джинс. Про джинс. Це у нас юбочка інтересненька в тому, що у нього, видите, у нього много клінів, да, розположено. Це у нас восьмі кліни. Я би носив. Ти б носив, да? Да. Кстати, буде неплохо. Шкіра чи джинс? Мені здається, все буде краще. А тобі, тому, чоловіку, що більше подобається? Ну, якби ти одягнула, мені здається, все буде. Чому? Я не знаю, що шкіра якось занадто вульгарно. Не пугає немного? Ні, не пугає. Ну, якось... Да, ми тепер все про тебе знаємо, це пугає. Мені здається, мене виганяють зараз на студії. Типу, о, тебе лякає, може ти вийдеш і тебе послухаєшся на таку жіночу тему. Я раз подумала. Ну, типу. Отлично. Да. Мы можем оставить, мы можем не застегивать ее и оставить расстегнутой, и тогда мы, это можно даже сказать, юбочка в фартук, да? Внизу у нас находится одна юбочка и сверху вторая. Вот видите, очень клево, вы уже начинаете смешивать одежду. Мне просто подобается, это напихает. Да. Да. Пробовала. Так, прекрасно, клево очень. Что? Я буду поки що мовчати, тому що мене заганяють, розумієте? Він закався за шкіру. Так, ну так. У нас все время Олесь вибирає коротенькі юбки, ми вже поняли. Да. Так, тепер ви знаєте, яка є людина. Це спідниця шорти, ось. Чи це зараз модно? Спідниця шорти, клас, да, конечно же, это модно. И вообще-то, мне кажется, что спідницю шорти, если вы встретите в магазине, прям нужно брать, они не очень часто попадаются в магазинах. Ага. И мне кажется, они выглядят с одной стороны секси, с другой стороны очень так спокойненько. Ну, вроде бы я в короткой юбочке, но в то же время у меня все спрятано. Це таки, ай-яй-яй, в кожній дівчині має бути таємниця, та я зрозумію. Хуліганка. А де позаду дівчинка в шортах, а попереду спідниці? Як тобі така комбінація? Прекрасна комбінація, як у мене. Я таке носив. Мені це не подобається. Ні, звісно ж ні. Так, поки що. Це щось напоминає якийсь стиль коледжа, да? Клеточка, якийсь розрізик небольшой. У нас нет каких-то класичних прям вот сильного розділення, да, юбок. А що не мені здається, що мені буде сильно... Мне кажется, можно и худи одеть, и свитер можно одеть, и рубашку, а сверху худи. Якщо тобі 800 років і тобі подобається вельвет, будь ласка, тримайся. Неправда, неправда. Одразу вже не мав міфи. Знаєте, що найобразливіше? Це моя спідниця, він так прокоментував. І так стоїш і думаєш, еть, дякую. Мені здається,
Мені здається, що скоро мені буде про побачення. Я просто, якщо чесно, дивіться, я вирішила скористатися можливістю, бо я її купила, бо вона мені сподобалася, але я жодного разу ще не вдягала. Бо я не знаю, що її комбінувати. Ох, ну кльово. Ну, я так розумію, мішати спортивний стиль не дуже комфортно, да? Ну, можна спробувати. Можна, попробуйте. Во-первых, можна класичну рубашку одіти, немножко розстегнути її. А можна одіти худі. Замішати вместе з ході. Можна, що? Я просто показав, як правильно трішечки блузочку розстебати. Вот на тех картинках, которые там, да, мы уже рассматривали, вот это смешение какого-то спортивного стиля с вот этим очень-очень красиво, интересно. Вообще, очень классная юбка. А вот тут краще, дивиться, ну, довжина нормально, а что на низ краще взувати сюди? Все зависит от того, что будет сверху, да? Угу. Если, и хочется ли поиграть со стилями еще дальше. Допустим, если спортивный стиль вверху, то мы можем тогда, чтобы образ немножко вытянуть в другое настроение, мы можем что-то элегантное одеть вниз. Да. А если мы еще добавим там к худи какое-нибудь элегантное украшение, прям такое, которое будет сверкать и блестеть, то это получится еще более интересное смешение. Я, мабуть, теперь буду на канал ходить, знаете, не только на эфиры красиво, теперь так. И на канале просто, когда мы працюємо. И остання композиція, яку сьогодні я вам передаю. Так. Тримайте, будь ласка. Гусиная лапка, отлично. Тоже прекрасная юбочка. Вообще, я не знаю, наверное, нет непрекрасных юбочек, да? А это тренд гусиная лапка? Гусиная лапка, она как будто и никогда и не выходит. Вот если посмотреть показы Шанель, у них же всегда гусиные лапки актуальны. Поэтому сейчас смешивать вообще можно все, что угодно. Можно и футболку одеть сюда, и рубашку какую-то, и опять же худи спортивные. Ну, масса варіантів. Для мене має не дивіться, я не буду лягати такого. Олесь сидить без діла, тому запитаємо. Олесь, яка тобі от взагалі як чоловіку, тобто нам, дівчатам, зрозуміло, так, експериментувати, ходити, як подобається нам. Що тобі як чоловіку нашої ранкової студії ти з варіантів сподобалося найбільше? Так, ми зараз будемо перевіряти. Куди що можна вдягнути? Давай так. Ось так, це, дивися, ось це, я не знаю, це можна одягнути на талію. На талію, так. Вдягнути на талію. Ось це можна одягнути на тіло, тобто ось це 100% можна одягнути, ну, на ноги. На ноги, тому що вище не піднімеш, тримай, будь ласка. На яку подію можна такому піти? Куди б... Школу, дивися, оце школа, це 100% школу, так. Так, стиль колі. Так, ось це можна... Окей, ну, якщо ми вдруг смішуємо з ботинками... Ви знаєте, я зараз даю екзамен на стильовій школі. Ні, не екзамен, ми намагаємося немного розширити границю, да, немного їх розшатати. Ось це дуже чудово буде потім мити підлогу, тому що не потрібно розрізати. Мені здається, він зараз дограється. Мені ж це ми засмучали. Він образився за шкіру, мені здається. Ось це, якщо в тебе сьогодні плани чудові на вечір, одягайте. А якщо дівчинка йде на свидання? Ну це якраз ідеальні. Можна показати, який твій план на вечір. Тому тримайте тобі, одягайте все, носіть прекрасне. Мені, Олесь загубився в словах. Мені подобається, коли ти дивишся, а не обираєш. Я навіть для себе не люблю. Я ненавижу просто ходити по магазинах і обирати одяг. Це найгірше, що можна придумати. Тому що одежду потрібно вибирати в магазині, всегда вже йти за одеждою з якоюсь целью. Ты не можешь прийти за одеждой, не, можно прийти под настроение за одеждой, лишь бы что-то купить, но всегда ты приходишь с целью и ищешь одежду в магазине. Я думаю, стилісти можуть навчити правильно ходити на шопінг. Знаєте, я хочу, щоб ми завершили з вами сьогодні як тріо спідниць. Олеся, вдягни свою спідницю. А я що, я можу одягнути, ви ж? Якщо вона налізе на мене, звичайно. Такого ще в студії не було. Ой, поправився, ти поправився. Вище, далі у тебе де знаходиться? Словом, любі глядачі. Це дуже модно. Я сподіваюся, що ви зараз розумієте, що відбувається в кадрі. Ми сьогодні познайомилися з трендами спідниці, з чим комбінувати, як краще носити, що можна носити і чоловікам. Ми вам неймовірно вдячні за те, що ви зробили нам ось це шоу, що ви витримали. Ми нагадаємо, що з вами в студії завжди стильні, модні, молодежні, з класним настроєм, з 8 до 11 ранку, з ось такими вже сьогодні прекрасними стилями. Я Олесь Пінчук і Ангеліна Таран. І також ми не забуваємо, що можемо звернутися до пані Ольги, щоб вона підібрала стиль
Головне просити у неї одне. Хай вона підбирає, а ти просто... Спасибо вам, спасибо за приглашение, было очень приятно. А ми ще раз дякуємо за перегляд, і ми надалі будемо інформувати вас актуальними темами. Не забудьте бути завжди нашими друзями, підписуйтесь, залишайте свої коментарі і діліться цією інформацією з друзями.